2021 года, 23 сентября, 06 часов, по трассе Алматы-Ташкент, 494 километре, совершенного дорожно-транспортного происшествия. На момент осмотра места происшествия установлено, что дорожно-транспортное совершено автомашинами Toyota и Audi. В результате этого происшествия погибли 6 человек. В настоящее время данный факт зарегистрирован в ЕДР по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть это нарушение правил дорожного движения, повышение смерти, понесло оружие двух и более лиц. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.